Всем привет, друзья! Меня зовут Яковлев Сергей, и добро пожаловать в бар «Художественный». История нашего бара начинается с 1961 года, когда местные художники презентовали свои картины. Полтора года назад мы продолжили эту историю в качестве коктейльного бара «Художественный». Каждые полгода мы меняем меню и интерпретируем направление в искусстве в коктейле, меняя экспозиции наших местных художников. Специально для shaker.ru мы презентовали наши самые популярные коктейли из последних эпох.